переправить. Но здесь вот борьба на втором этаже. Рогне так далеко выдвинулся центральный защитник, что никто его там не страховал. Канец выиграл у него дуэль. Головой сбросил туда из партнеров Балмович, но с левой ноги в ближний угол выстрелил. И Бурич пропустил. 1-0 Шахтер повел в счете. У Бакая, конечно, удар получился классный. Отметим и вернувшегося в стан.